ведь это удивительный феномен. Ведь почти 100 лет прошло, а зритель сегодня аплодировал взахлёб, да? И будут смотреть, и будут аплодировать. Да, ребятки, подумайте туда. Мало того, что музыка вроде бы Чаплина, но сегодняшних молодых людей. Скажите, как вам понравился сегодняшний вечер? Очень понравился. Очень. Щеки болят, улыбалась все время. Каждый раз фильм получается разным. Они не дублируют задумку, да? Она каждый раз меняется и каждый раз становится чуть-чуть другой. Может быть, мы с вами меняемся каждый день. Может быть, мы становимся чуть-чуть другими. Они играют очень по-разному. Чуть-чуть меняется состав, и тут же меняется подход к фильму. Они, конечно, очень много. Классно, здорово, супер, я не знаю, прям вот одним словом не обойдешься. Понравилось все, Чаплин великолепен, квартет прекрасен, все было здорово, спасибо. Ой, на самом деле шикарнейшая аранжировка, очень гармоничная, очень соответствующая ожиданиям. Ребята большие молодцы, это столько титанической работы, потому что синхронизировать картинку и музыкальный ряд, и полтора часа струнником играть практически постоянно, я как бы сам музыкант в прошлом, я представляю это. Вызывает огромнейшее уважение, конечно, небольшой молодцы. Мне запомнилось, как Чарли Чаплин на боксе падал все время. Чаплин, вот, может быть, так плохо сравнить, как хороший коньяк. Он с годами становится все крепче и интереснее. Все как-то богаче и многомернее.